Здравствуйте, я Олег Базлов, и сегодня я познакомлю вас с новинкой ассортимента RedWerk с аккумуляторным шуруповертом модели RD-SD12L-2Y. Сложное название, но шуруповерт на самом деле очень замечательный. Это первый шуруповерт в линейке инструмента RedWerk с литий-ионным аккумулятором и напряжением 12 вольт. В комплект шуруповерта входит сам шуруповерт, инструкция по эксплуатации, два литий-ионных аккумулятора 12-вольтовых, зарядное устройство, которое заряжает аккумулятор за 1 час, и набор насадок, которые необходимы для начала работы. 6 сверл, адаптер и 6 самых популярных бит. Шуруповерт имеет стандартные функции. Аккумулятор вставляется в рукоятку по типу слайдера до щелчка. Вынимается также, необходимо нажать кнопку и извлечь аккумулятор. Шуруповерт оборудован одномуфтовым патроном, что позволяет затягивать сверло одной рукой или сменную насадку. 22 предустановленных положения регулировки крутящего момента плюс одно положение режим сверления. Сверху имеется клавиша переключения скоростей. Первая скорость и вторая скорость обозначены цифрами, что очень удобно в работе. У некоторых производителей обозначены буквами, но возникают сложности во время работы. Трудно понять, первая скорость или вторая. Также имеется индикатор заряда батареи. Зеленый обозначает полную зарядку, красный – минимальную. Реверс удобно расположен под рукой. Переключение право-лево. И подсветка у данной модели шуруповерта, подсветка рабочей зоны, она вынесена в нижнюю часть. Это очень удобно, потому что когда подсветка находится сверху, можно невзначай прикрыть пальцем ее. Здесь такая ситуация исключена, и лампа светит непосредственно в то место, где мы производим работу. Рукоятка у данного шуруповерта прорезинена. Прорезинена во всех тех местах, которые постоянно касаются рукой при работе. Это очень удобно, шуруповерт не выскальзывает из рук, особенно тогда, когда мы работаем в перчатках. Теперь пару слов про аккумулятор. Многие знатоки, кто не один год работает с инструментом и разбирали аккумуляторы, знают, что литий-ионный аккумулятор имеет напряжение 3,6-3,7 вольта. И путем простых математических вычислений мы никак не можем получить, имея 3 банки в основе аккумулятора, напряжение, равное 12 вольтам. В данном случае мы ориентируемся на ведущих производителей инструмента, таких как Bosch, Makita, DeWalt, и идем по их стопам. Открою небольшой секрет. В прошлом году Европейская ассоциация производителей инструмента одобрила маркировку аккумуляторов, литий-ионных аккумуляторов, которые имеют 3 элемента, одобрила маркировку 12 вольт, потому что полностью заряженный элемент аккумулятора в пике своем может выдавать 4 вольта. Поэтому 3 умножаем на 4, получаем 12 вольт. И пару слов про сам аккумулятор. Как я ранее сказал, уже он имеет 3 элемента. Аккумулятор честный, имеет емкость 1,5 ампер-часа. И имеет схему управления, которая отвечает за работу аккумулятора. Защита от перегрузки, защита от перезаряда и защита от глубокого разряда. Также аккумулятор имеет встроенный термодатчик. Надеюсь, наш обзор был вам полезен, вы почерпнули немного новой информации. До новых встреч с электроинструментом RedWerk.